Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Здравствуйте. Здравствуйте всем моим подписчикам. Приехал в Табун. Лошадь так хорошо лежат. Аж натрогать неохота. Но я понимаю, что вот тут очень недалеко посев ЕГЭН. По-любому нужно их отгонять. Как раз они идут в том направлении. Надо немного их в другую сторону, чтобы они не попали на посев. Так, так, ну там вообще чужие лошади ходят. Их надо будет их отделить. Или тоже угнать. Одну из двух. Так, чьи-то вообще. Непонятно, чьи лошади. Но как бы то ни было, все равно не чужих. Все лошади наши. Наши, я имею в виду, с нашей деревни. Вот наши идут. Вот этот хромой, который до этого был. Вот это наши. Наши, наши. Я говорю, все наши. Идет мелкий дождь, немножко неприятно. Когда начинается сильный дождь, дождь против дождя не идет. Он всегда поворачивается, задом поворачивается. И поэтому против дождя, когда дождь, очень тяжело. Он не идет. Ему это не надо. Задница поворачивается и все.